еще другая вещь, понимаете? Лучше смерть. Ведь да. Что такое ложь? Когда мы общаемся, мы тоже об этом с вами говорили, есть как бы две составляющих общения. Это фасцинация и информация. Информация – это как раз мыслительная часть общения или информационная, да, часть. Угу. Вот. А вторая часть – она чувственная. И если слова, которые мы произносим, не соответствуют нашей нравственности, то ложь видна прямо тут же. Прямо тут же, она прям видна. Вот вы видите, что человек лжет. Причем вы это не можете, может, даже сказать, что он лжет в каких-то словах, но вы понимаете, что он говорит одно, а чувства его говорят совершенно другое. Можно я как бы тогда еще внесу коррективы? Человек совершенствуется. Мне встречались на моем пути лжецы, которые так лгали, вот что я сидела и думала, это чистая правда. И он так живет, он так чувствует. И только когда я испила с ним пуд соли, его съела, да, вдруг на каком-то этапе обнаруживалось, что вот это все, что он говорил, было просто им то ли зачем-то взято, то ли использовано для того, чтобы что-то извлечь, ну, определенные цели, да. То есть, что на самом деле это не его. И это была ложь. То есть Бог лжи, он изощрен очень. Ну, давайте я вам приведу иллюстрацию, чтобы вы поняли, на самом деле, о чем вы говорите. Дело в том, что нравственность человека, она может размазываться вот по духовному пространству и размазываться так сильно, что поскольку человек себя оценивает по самым своим высоким достижениям, вот, он и старается себя так и вести. И позиционировать. Да, да, но как вы только... Вы не знаете своего сердца, сказал Петру Иисус, не знаете своего сердца, вы меня предадите. Да, но как только человек встречает такого же, как он, скажем, по его низшим чертам характера, он не просто резонирует, ему это очень не нравится, он считает, что он... С ним произошла какая-то несправедливость. К нему подходят люди, которые значительно ниже его. На самом деле они такие же, как он. Не могут другие люди подойти. Люди попадаются только с помощью резонанса чувств. И вот это вот... Но ведь вы же сами сказали, что он размазанный. Вот, допустим. Вот на этой шкале, вот где-то здесь там, мы с вами резонируем. Да. И вы сегодня показываете, что, к примеру, там, вы кавалер мой, да, вы хотите меня, ну, как это сказать, завлечь. Да. И вы показываете вот эту резонансную частоту, а всю вот эту не показываете. И только после того, допустим, как вы завладели, там еще, тогда вы показываете весь спектр частоты. Тут-то оказывается, мамма мия, а оно откуда взялось? Вот поэтому и надо съесть пуд соли. Пуд соли. Поэтому и сказал Иисус, узнаете, как их? По плодам. А что такое по плодам? Семечку посеял, вырастил, расцвело, потом еще плоды собрал, попробовал, пфу, горькое. Вы понимаете, какой тоже этап огромный, длинный-то. И вот что я хочу сказать, что именно тогда, когда человек перестает быть размазанным, а вот он как бы становится точкой, вот, вот тогда мы говорим, что этот человек гармоничный. Вот, то есть он такой, и какой он говорит, и такой, какой он чувствует. То есть он цельный, он без обмана и без лжи. Вот смотри, на самом деле человек себя, это же нужно еще познать себя. Вот когда-то я, допустим, считала, что я ужасная трусиха, да? Ну, трусиха. И я думала, боже что мой, и там я боюсь, и то, и, ой, и тут я спасу. Ну, это я здесь считала. Но когда наступила невероятная ситуация, где я почему-то поступила как самый смелый, вот все мужики испугались. Но это же разные вещи. Но это же получилось спонтанно, значит, это что, какой же я человек? Вы смелый, знаете, или... Нет, понимаете, вот люди, военные люди говорят, трусость есть у каждого. А смелый тот, кто смог ее преодолеть. Понимаете, да? То есть оказались какие-то другие ценности, которые заставили вас поступить, тем не менее, не исходя из вашего страха. Нет, я же думала, да. Я думала, что я боюсь. То есть, значит, да, то есть для вас есть ценности, которые значительно выше, чем то. Человек.
Как вы себя оценивали в ситуации, ну, скажем так... Моментальной, когда раз, и все, ну, нужно такой, сделать, не думать. Ну, ситуация, которая не имела особой важности для вас. А вот когда ситуация оказалась такая для вас, что она определяла ваши жизненные ценности, вот тогда вы поступили совершенно по-другому. Ну, вот только что, да, мне сказали, идеологом будет это. И тут я готова порезать, да? Потому что, пожалуйста, там, материальным действуйте, но не смейте трогать то, что я, ту идеологию, которую я несу. То есть тут я всех зарежу. Это точно. Потому что я пока еще ее прячу, я ее еще не высказываю. Если честно, я имею внутреннюю идеологию, да, которая мне заложена была с детства. И я пока ее там держу. Я ее жду до последнего, когда все выскажутся, чтобы потом накрыть всех, да, этим тазом медным. Вот. И, конечно, когда затрагивают, и кто-то, допустим, говорит, что кто-то будет управлять там идеологией, значит, и моими этими, тут все, тут я готова пойти на смерть. Сразу, не задумываясь. Да, ну так я, уничтожить себя. Я опять вернусь к любви. Да. Давайте. А смерть и любовь — это одно и то же. И вот, когда мы говорим о любви, мы можем говорить о ней в самых разных, скажем так, рассматривая в самых разных ипостасях. Мы можем рассматривать ее как жизненный ресурс. Вот, мы можем, и вот это мы делаем, мы можем ее рассматривать как закон, который руководит жизнью всего живого. И мы можем рассматривать ее как способ общения, то есть способ жизни или способ гармонии. И вот все эти три вида любви, они порождают различные сочетания качеств. Всего этих качеств 12. Вот мы рассматриваем, мы уже с вами их рассматривали. Вот я напомню 5 самых старших. Это умение любить, это мудрость, то есть умение принимать решения с точки зрения причинно-следственных связей, правильные решения, которые бы не привели, скажем, к нездоровью. Вот. Это трудолюбие, это ответственность и это самоутверждение. Вот эти вот 5 старших качеств, они позволяют человеку быть тем творцом, каким он должен быть. И те структуры, современные структуры общественные, которые заставляют человека быть рабом, они что сделали? Они вот эту вот шкалу ценностей, которую я перечислил в виде качеств любви, они ее перевернули наоборот. То есть, да, то есть они сделали главным самоутверждение и еще над ним поставили материальный, если можно так сказать, фактор, то есть деньги, экономику. Вот. И получилась перевернутая система ценностей. И оно ни к чему хорошему, кроме болезней, привести и смерти, как вы правильно сказали, вот, привести не может. И вот это отношение к качественной любви, оно и называется, оно является тем, что мы называем системой ценностей. А когда мы начинаем реализовывать эту систему ценностей в жизни, это называется совестью. Угу. Понимаете, да? Вот, то есть... Уже как вы живете конкретно, как вы используете вашу систему ценностей в вашей жизни, это вот называется совестью. Совесть. И до Христа, до евангельских времен понятия совести не было. Почему? Потому что Евангелие – это и есть добрая весть. И именно вот эта весть, она создала… Совесть. Да, она создала учение о любви, она создала и то, что… является отношением, значит, к ней. Еще 2000 лет назад, образно говоря, в Израиле, мы не будем говорить про другие, да, страны, потому что в России было по-другому, может быть, а в Израиле у людей совести не было. То есть это были просто дикие животные. Ну вот когда Христос говорит о любви, его же, в общем-то, практически никто не понимает. А что сейчас кто-то понимает? Когда говорят о любви, понимают совсем другое. И сейчас мало кто понимает. Да, понимаешь, что это секс. Но это тогда его не понимали даже апостолы. А сейчас, в общем, мы можем набрать достаточно большое количество людей, которые уже понимают, что им говорят. О любви некой тотальной, да, такой большой, да, вселенской, апостолы, как о силе. Апостолы, они не понимали. Ну да. Ну, даже вот самое простое, даже самое простое обучение любви, которое является любовью плотской, вот и то, когда Христос призывал к тому, чтобы мужчина соединился со своей женой на всю жизнь, оно вызывало
у апостолов вызывало отторжение. Ну, они же не знали, и сейчас не знают, что такое соединиться на всю жизнь. Вот, когда Христос им сказал, что нужно на целый век соединиться, они сказали, если так, лучше не жениться. Тоже их понимаю. Кстати, тоже понимаю. Если вы внимательно читали Евангелие, вы должны этот эпизод помнить. Ну, на самом деле, если по-честному, Иисус не говорил соединиться навек с женой. Он говорил об изменах. Нет, он говорил, должен стать как одна плоть. Один человек должен появиться из двоих. Не как одна плоть, а как двое стали как один. Да. Ну, как он и Магдалина. Да. Двое стали, это единомышленники, да, собственно? Не только единомышленники. Понимаете, они же создают новую жизнь. Понятно. Но сейчас тоже соединяются муж и жена, одна сатана, говорят. Вот это как раз и есть. То есть они соединяются в единую сущность, но они творят не вот мир, как Иисус, да, а противоположное нечто. Ну, то у них какие свойства есть? Вдвоем сговариваются против да, себя. Какие свойства есть, договор, да, так они и действуют. И всех да. обманывают. И считают, да. что внутри да. можно честно жить, друг перед другом, не обманывать друг. Смотрите, какой тоже еще вирус, да? Я с вами соединяюсь, и мы договариваемся. Мы друг друга не обманываем, мы живем только друг для друга, все в дом несем. Ну, таких я видела много. Лужковы же... и жена его, или там это. А весь остальной мир мы можем иметь, к примеру. Да. Потому что там законов никаких нет, а законы только между нами. Вот такой между собойчик, да? Муж и да. жена, одна сатана. Да, это вы правильно сказали, да. Ну, русские народные пословицы велики, да. они все подмечают. Вот, и после того, как мы вот рассмотрим все вот эти, мы рассмотрели, да, фактически угу. все ресурсы, духовные ресурсы для творчества человека. Вижу. Наоборот, потому что... Сейчас, секундочку, мы смотрим время. 20 минут у нас осталось. 20, ага. Вот, когда мы рассматриваем все эти ресурсы, мы начинаем понимать, что использование материальных ресурсов современное вообще никакого отношения к жизни того человека, который... останется, не имеет. Ну, слава тебе Богу. Фактически останутся жить только люди духовные. Поэтому мы должны сейчас, чтобы остаться в живых, мы должны понять, что значит быть духовным человеком. Да, что, это самое потому важное. Что Сегодня есть такое скажу. Представление, что там ходит в театр или слушает музыку, или читает книги, читает книжки, это духовный человек. Вот, на самом деле духовный человек не тот, который читает книжки, слушает музыку, а тот, который может ощущать вот ту замечательную творческую энергию любви, которые существуют в мире. Подожди, только ощущать это опять потребление, но только духовное. Пришел, ощутил, потребил. А если он ощущает, он тем самым создает вокруг себя ее. Понимаете? Потому что мы на самом деле всегда пользуемся энергией, или лучше сказать так, любовью Творца, для того, чтобы отдать эту любовь другим людям. Мы можем и свое отдавать, но у нас ресурсы конечные. Понимаете? А у Творца ресурс бесконечный. И если мы хотим действовать так, как нас учил Христос, вот, а он говорил, все время давайте. Отдавайте. Все время отдавайте. А да. можно отдавать только тогда, когда этот источник неисчерпаем. А что такое неисчерпаемый источник? Вот мы здесь на физическом плане, мы каждое тело отдельно. Как только мы поднимаемся в духовный мир, оказывается, что мы там единое тело. Мы там совершенно неразделимы. Так и говорится, единое тело Христа. Угу. Скажите, такой вопрос, видите, тоже... Все... Вот это и есть вот, океан любви, кстати. Да. Вот я там писала в очередной раз и думаю, вот я пишу там в стол, никому ничего не показываю. Храню до последнего момента. А вдруг и не успею там что-то, да? Вот, и мне в ответ, я задаю вопросы, сказано, что на самом деле ты думаешь, что если ты пишешь, что никто не видит, что ты пишешь, что есть огромное количество всяких невидимых, да, скажем, там чего-то, которые все это прочитывают. Так происходит, да? То есть очень много невидимых существ, человеков, может быть, как их назвать, я не знаю. Ну, я вам даже могу просто сказать практику контакта, там есть такие моменты. Ну, скажем, я могу попросить указать мне страницу в какой-нибудь книге, мне ее указывают.
То есть вот, да? Вот просто я беру книгу с полки, вот, и, ну, вы, наверное, знаете, даже интуитивно вы открываете всегда ту страницу, которая вам нужна. Это есть контакт, но он просто подсознательный. Понимаете, а бывает сознательный контакт. То просто есть, сознательный. Да, или я спрашиваю, о том, что у меня написано где-то было когда-то. 100 лет назад. Да, вот. И мне говорят, да, это так. Или нет, это не так. То есть все, что человек создает, оно существует вечно. Более того, можно даже... Рукописи не горят. Да, и можно даже узнать, что мы напишем в будущем. Понимаете, да? Уже известно. Да? Только для человека будущее многозначно, для того человека, который живет. Понимаете, он может подойти вот к определенным событиям, он может подойти либо с одной стороны, либо с другой стороны, но он обязательно к ним подойдет. Вы знаете, я заметила одну любопытную вещь. Когда монтируешь фильмы, вот весь фильм полуторачасовой можно сжать вот таким маленьким сделать. Да. И вот когда ты смотришь на эти кадрики, вот это, наверное, так Бог смотрит на нашу жизнь. Но достаточно поставить туда этот и какой-то вот эпизодик маленький раскрутить до безобразия, да, вот такой. Да. Там столько всяких загогулин, столько всего, всяко ямы и прочего. Ну, да. А так ничего не видно. Все нормально, все хорошо. Да. Вот это, наверное, и есть. Вот эти виражи судьбы, а кадры уже все вместе, вот это то, что придет к конечному результату. Фильм известен, он создан. Ну, давайте дальше двинемся. Значит, если мы поняли, что человек – существо духовное, и вообще это его главный вид деятельности, да, вот, то у нас возникают такие вопросы. А, собственно говоря, вот духовная деятельность, она какое место в жизни человека должна иметь? Помните, мы с вами начали с этого разговор. И вот оказывается, что по мере того, как человек развивается духовно, то есть он становится сначала человеком 5-го уровня гармонии, потом 8-го уровня гармонии, и вот уже на 9-м уровне гармонии его, так сказать, духовный труд должен занимать половину времени. Духовный труд размышления? Нет. Просто духовный труд. Мы сейчас коснемся того еще, что такое духовный труд. Вот. К 15-му уровню гармонии это уже 94% времени. А вот уже дальше, где-то примерно к 40-му уровню гармонии, это опять половина. Но половина-то на 40-м уровне. То есть, понимаете, уровни, да? Вот. То есть там жизнь совершенно другая. И хотя там тоже половина времени уходит на духовный труд, вот другая половина, не духовная, она, конечно, тоже совершенно другая. Не такая, как у нас сейчас. Скажите, творчество, в котором ты летаешь, как это вот, образно говоря, это и есть часть духовности, часть только. Творчество. Ну, что-то ты творишь. Любое. Понимаете, человек, он творец, поэтому это и есть основной вид его деятельности. Он должен обязательно создавать что-то. Причем это творчество может быть любое. Вот сейчас мы даже самые, как казалось бы, неблаговидные виды деятельности, да, вот, они все равно включают в себя, для человека, который не может не творить, все равно включают в себя творчество. У меня в стихах, правда, есть муки бесплодные, творчество, это балласт пустой. Видишь небесным почерком мир, сотворенный моей рукой. Так, нахально, да? Ну, это так. Нет, ну, это правильно. Да. Это правильно. То есть мыслью сотворённой, да? Это правильно. Муки бесплодные, творчество – это балласт пустой. Вот, и теперь мы уже конкретно задаем себе вопрос. А что же такое духовное творчество? Что туда должно входить? Угу. Что должно входить в духовную деятельность? Вот если мы понимаем, что где-то примерно 4 часа в день человек должен заниматься духовным трудом, не считая сна... Вот, что же туда должно входить? Какая именно работа должна быть? Что такое духовный труд? И вот выясняется, что можно тоже очень четко описать, что это такое. И оказывается, что 38% духовного труда, они направлены на формирование своей прекрасной нравственности. Вот. Причем мы с вами даже описали портрет человека,
из общества любви, вы помните, мы описали портрет, какие у него должны быть черты характера, каких не должно быть, да, черт характера. Да. Да, и можно предложить не одну, а даже несколько методик, с помощью которых можно добиваться этого. Вот. И это и есть первая работа, которой человек должен заниматься. Все-таки методики существуют, чтобы повышать духовность. Да, главная методика – это жизнь. И Господь нам дал. Вот йога – это жизнь, да. Йога? Нет, не только йога. Вот. Ну, я имею в виду, настоящая йога – это сама жизнь. Вот мы же сейчас с вами тут присутствовали прямо, как это происходит. Йоги, кармы, да. Как это присутствует, когда вам сказали, кто такой продюсер. Да. И тут я... Да. Ну так оно так и произошло. Режиссеры, творцы оказались выброшенными за борт, вот сейчас лучшие режиссеры, а продюсеры стали режиссерами и делать вот эту индустрию развлечений, что меня дико бесит, если честно. Ну кто командует? Вы посмотрите, кто командует. Кто деньги, ну, платит, да. И все. Ну да. Ну и все, чего, все просто. Вот, вторым... Вы меня поддерживаете. Абсолютно. Нет, вы знаете, сейчас, секундочку, мне так стыдно было однажды. Я включила телевизор, и сидят вот эти старого времени режиссеры, деликатные люди, с нравственностью высокой, ну, видно, натруженные глаза, души натруженные, и сидят вот с такими рылами, простите, свиные рожи, новоявленных продюсеров, которые начинают утверждать, что их фильмы какие-то там, ну, совершенно понушные, в Голливуде заняли первое место. Вот. Сидит режиссер, он сидит вот так в уголочке, он не знает, что делать. Ну, это денежные мешки. И мне хочется выйти и просто взять косу и отрубить им всем головы. Как, извините. Как вы кошмарно. Да. Откосить. Ты коси, коси, моя коса. Видите, вот косой такой прямо, как волосинка. Да. Ну что делать? Ну переживаю я так за все. Ну ладно, давайте дальше. Следующая по значению часть духовной деятельности заключается в том, что человек сам должен формировать события своей жизни, причем сознательно. Сознательно, да. Вот если он этого не делает, он просто зря здесь живет. Абсолютно верно. Просто здесь он бездельник, его надо отсюда гнать. Как надо формировать свои события? Это очень важный вопрос. Сейчас события формируются в основном магическими средствами. Угу. И мы должны будем... Наколдовали. Мы должны будем в ближайшие несколько лет забыть об этом. Прекратить. Забыть об этом на 50 тысяч да. лет. Да. Понимаете? Да, на 50 тысяч лет да. забыть. Угу. Вот, например, Григорий Петрович Гробовой учит нас все делать магическими способами. Ой, нет. Об этом надо забыть. Вот в том-то и дело, почему деньги оказались не в тех руках? Потому что ходят к магам, гадалкам или как они, и они там ворожат. Вот всех ворожей тоже. Да, это все. Да, 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 да. Вы не представляете, сколько преступлений на самом деле сделано таким способом. Да, я представляю прекрасно. И государство потворствует это, и у каждого правителя тоже есть свой маг. Значит, формировать реальность нужно другим способом. Спрашивается, а каким же тогда? Дело в том, что до 2005 года просто других способов не существовало, вот если так, не считать да. Христа. При нем это все было. Угу. А оказывается, способ такой, что мы можем вместе со Святым Духом, я говорю вот такой терминами, терминами христианскими говорю, да. Вот, то есть в сотворчестве с Создателем мы можем заказывать и сами создавать ту реальность, которая нам нужна. Угу. Тут есть, правда, тонкость. По-моему, тоже мы об этом говорили, что если вы закажете реальность, до которой вы сами еще не доросли, то вы ее получите в руки, но ненадолго, а потом она от вас опять уйдет. Скажите, вот у меня там, кстати, если вы читали мою книжку там в детстве, получился вдруг. Ведь мы же не очень правильно еще, мы же интуитивно нащупываем, что, как мечтать, как вот это все формировать. Ну, раз и забыл что-то, но раз пришло недоделанное, понимаете? Да. Вот в чем вся тоже беда. Это же не просто так, это самый тяжелый труд формирование мысли вот этой реальности и событийности. Да, вот это вот 36% по важности дела. Следующее, третье, это духовное очищение и оздоровление тела. Угу.
Причем после того, как очищение, первичное очищение сделано, это занимает где-то порядка 9% от, времени от всего труда. Сейчас люди, которые только начинают это делать, для них это где-то порядка 44-46%. Духовное очищение. Духовного труда заключается в том, чтобы очиститься сначала от всех тех болезней, от всех тех недугов, от всех тех грехов, или, скажем так, этических ошибок, которые у них были. И от них нужно обязательно избавляться, потому что они носят характер, скажем, захламленной квартиры, в которой жить нельзя. То есть душа имеет такой вид, что в ней нельзя повернуться, обязательно обо что-нибудь ударишься. Тесновато. Да, то есть нужно ее обязательно всю, весь хлам нужно выкинуть, ее всю нужно вымыть, выстирать, открыть окна и пустить туда свежий воздух. Вот тогда душа может творить нормально. Ну, это вот как я строила дом в душе, там у меня есть как раз. Вы читали, да? Ну да, все это. Там есть инструкция, кстати, но только она такая скрытая какая-то. Да, вот это примерно 9%. Значит, следующий по важности – это умение работать со своими ритмами. Вот это под ритмами интересно. Имеется в виду в основном ритмы мозговые. Как вы знаете, есть вот мозговые ритмы, но нужно учиться ими управлять. Ну, я всего лишь один раз сталкивался с тем, как я видел, как это делается. Вот когда у нас в стране был такой Сахара. Вот. Акахара Сахара? Да. Аум Синрикё, помните? А, который вот. Аум. Вот, у него была такая интересная вещь, у него самые его духовные ребята, то есть, скажем так, мастера, вот, этим мастерам одевали на головы такие шапочки, которые, и они с ними ходили постоянно, которые помогали на ходу снимать энцефалограммы, вот, и они фактически все ритмы мерили. Вот, у нас потом стали говорить, что таким образом зомбировали людей, но из наших никому таких шапочек не давали. Никого не зомбировали. Ну, на самом деле, люди, которые входили в это, и Мария Деви, они отличаются от всех остальных, вот какой-то... Нет, ну, так это человек сам создает, понимаете, он сам создает у себя в своей собственной квартире, понимаете, он строит стену. Стену строят, вот, и говорит, да, и говорит, вот это, а это все остальное. Вот, и это самое чистое сектантство. Вот, и он, конечно, считает, что это самое лучшее, а все остальные там никто. Ну да, только я греюсь при том костре, сам развести не могу огонь, я греюсь у того костра, он самый лучший, а вот соседний костер... Да. Да. Вы знаете, это я просто шучу всегда. Есть такая фраза, вот если ну просто расхожая такая, вот если у нас в доме, то ента любовь, а если за стеной, то это проституция. Очень часто бытует такое у людей мнение сейчас, особенно у всех сейчас очень. Ну это нормально, да. Вот у нас тут да, а там вот это вот, ну да. Да. Ну это так. Про это очень хорошо Барков говорил, но я не могу это не пускать надо, в эфир. Да, не надо, не надо, Баркова не надо. Так, и значит дальше? Дальше следующая вещь, это вот что такое. Это у нас называется энергетикой, называется всякими энергетическими, скажем так, методиками. На самом деле это умение управлять электромагнитными полями. Своими или своими, да. Дело в том, что человек он создает такую огромную такую сферу, или лучше сказать, эллипсоид вращения. Вот называется это яйцом или аурой, аурическим яйцом, вот, или телом света, там много есть разных названий этому. Но фактически это электромагнитные поля. Вот, или действительно свет, или такие, скажем так, нити световые, да, вот, таким образом человек может энергетически очень себя хорошо приводить в порядок, есть очень много разных методик, там, шнуры там золотые катают, золотые яйца там, чего там да только нет, да, и вверх, вниз, и, в общем, и, Лев Вячеславович, и по спине, и по спине, и по животу. Я вообще никакими методиками не пользуюсь, кроме искупаться в озере. И все это мысленно. И все это мысленно. Понимаете, да?
То есть как бы энергетическое тело человека, оно управляется с помощью мыслительных процессов. То есть вы себе представляете, что-то визуализируете, и таким образом вы работаете с энергетическим телом. Вы знаете, иногда бывает... Но это тоже никакого отношения к магии не имеет. Случается некая ситуация, которая тебя, ну вот как вот, взволновала. И твой мозг начинает ее перерабатывать. И вот, вот в этот момент и так сильно работает, что просто, да, ну вот просто вот так. И вот если ты даже энергетически и даже как-то вцепишься, чтобы отцепить мозг от этой ситуации и поставить ее, а он не отцепляется, пока что-то там не обработает, а потом сам выплевывает. Может быть, это естественные процессы, и так они должны идти, когда человек работает мыслью. Но любой процесс познания именно так и проходит. Угу, так и проходит, да? Конечно, да. Я пыталась, мне сказали, методики надо срочно отделить, не думать. Это так называемое залипание. Мозг тебе так даст потом, он же тебе и даст, потому что он говорит, не смей это, я пока не разберу эту ситуацию. Ты не смеешь ее выбросить, ты должна ее, я изучу, а потом, пожалуйста, я ее выплюну. Да. И выдам тебе результаты. Да. Так вот, работа с ритмами по важности это 6%. Работа вот с электромагнитными полями или с энергетикой это 4%. Потом еще 4% обучения любви. Так. И, дальше остается 3 совсем бедных вещи. Это питание правильное. 3. Вот как хорошо. Да. Это, я бы вообще свела это еще. Это интеллектуальное образование процент. Очень хорошо. Да, и это социальная деятельность, процент. Вот это я аплодирую. Вот это правильно. Вот что такое духовный труд. Работать, это раз, солнце, а ботать, по фене ботаешь. Да. То есть это разговаривать с солнцем. А вы знаете, что значит ботать? По фене ботаешь? Нет, это костромское болтать. 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 Болтать, да. Болтать. Ну да. По Афине болтаешь? Болтаешь, да. Вот работаешь. Афине же это... Афине создали, знаете, был такой это. Кто создал? Вот это Афине. Афине, да? Афине, да. Вот эту Фене создал. Кстати, да, умный это... человек, потому что очень точное выражение. А это был определенный Рака слой. Это был определенный слой, скажем так, корабейников и скоморохов. То есть это люди, которые занимались мелкой торговлей, жульничеством, понимаете? Вот. И они вот и создали этот язык. Ясно. Да. Не, ну что-то там есть. Понимаешь, что такое по фене бота для меня это работа, да, вот это с Богом говорить на равных. То есть ему сказать, эй, парень, ну, к примеру, эй, парень, ты чё? Давай с тобой по-простому. Чё я буду сейчас там выпендриваться? По прямой скажу. Поняла, поняла, вперед! Вот у меня всегда была такая фраза, что если ты понял, вперед! Действуй. Правильно. Поняла, поняла. Вперед. Значит, вы вот начинаете приблизительно представлять себе, каково наше будущее, чем мы должны заниматься. То есть вся та деятельность, которой мы занимаемся сейчас, она фактически пустая, она ни к чему не приводит. Значит, для того, что вы сказали, физическое тело не нужно. Физическое тело обязательно нужно. Зачем? А? Зачем? Христос говорил, радуйтесь и веселитесь. Как вы будете радоваться без физического тела? Здрасте. А как насчет любви? Какой? Как какой? Всякой. Любовь же она вот от всех. Вы знаете, можно я вам скажу? Да. Вот я последнее время, пройдя там тантру, йогу в Индии и все такое, я перестала вот от физических соприкосновений или чего-то чувствовать, да? Но когда подходит некая единица, человек как энергетическая сущность, и мое что-то внутри, не физическое, начинает это чувствовать, реагировать и испытывать от этого любовь, но она другая совсем. Да. Это такой тотальный, я бы сказала, оргазм. Абсолютно, так, вы абсолютно правы. Да. Говорят, что пора заканчивать. Да сколько там времени осталось? У нас еще 5 минут есть? Нет, у нас минус 2 минуты. Значит, итого мы закончили питание. Это 3%. Снижаем даже питание до 1%. 1, все. Да. Да, причем бежал, схватил. Даже правильное питание, питание добавкой, да, всем. Все это не более 1%. Никому это не нужно. Это просто деньги вытягивают с людей. И все. Да, просто вытягивают деньги, да. Ну что ж, меньше 1 минуты. Вот так, с таким дополнением, странным сегодняшним. Ну, такая я.
А вот такая. Вот, прошла наша передача, и мы, у нас следующая лекция снова будет, тему определят, наверное, напишут. Вот, вот так она заканчивается, то есть она сегодня такая. Итак, с вами была ведущая, я Мария Карпинская, у нас в гостях был Клыков Лев Вячеславович. На передаче Е равняется МЦ квадрат, лекции. Всего доброго. До свидания, спасибо. Во имя добра, во имя любви, всего, что для счастья нам нужно, тепла, понимания между людьми, заботы и веры, и дружбы. Во имя открытых друг другу сердец и искренних слов откровений, построить стремится всяк в жизни дворец, распахнутый всем сотворением.